Друзья, доброе утро. Сегодня ночью был дождь сильный. А вот утро, ну Чендер же хочет гулять. Короче, мы вышли, немножко моросит. То моросит, то не моросит. Короче, я одела плащик такой легкий с капюшоном. И мы решили выйти на бульвар. Ничего страшного, тепло. Чендер, конечно, уже подмок. Но все равно, посмотрите, как здорово, какие тучи. Как красиво, как свежо, чисто. Но душно, вы знаете, друзья, душно. Доброе утро. Доброе утро. Друзья, дождь припустил. То, что был просвет в небе, он затянулся. И пошел хороший дождь. Но мы уже с Чендером вымокли, нам все равно. Чендер, тебя волнует, что ты мокрый? По-моему, нет. И я вся уже мокрая, хоть и в плаще. Встретили двух наших завсегдатаев. Локи с Вадимом и еще одну собачку Пудели. Козева тоже обманулись на вот такой непонятно, дождь, не дождь. И вышли со своими питомцами. Так что мы сейчас с Чендером пройдем. А вот так, нормальный летний дождь. Вперед! Чудесная лагерстремия, чудесная. Какая нежная, пушистая. Посмотрите, в капельках дождя. А вот и награда за наше мужество, что мы не свернули, не побежали обратно домой, как трусы. Мы с Чендером продолжили путь. И дождик приостановился. Посмотрите, как хорошо. Теперь мы сможем дойти до художника, друзья. Такие облезлые и мокрые, мы идем дальше. А вот уже и небо появилось голубое. И над морем распогодилось. Художник. И мы заворачиваем. Любитель утреннего моря. Это герой Локи со своим хозяином, который вытащил хозяина на утреннюю прогулку. Ух, какое здесь прям море. Сейчас мы с Чендером пройдем по травке. Посмотрите. Это вот вода. Здесь у нее нет стока. Видите, стока нет. Ничего, придут дворники и работники бульвара. И все это сметут большими швабрами, со щеткой, большими щетками. Эвкалипт после купания. Смотрите, какой хороший, свежий, ароматный. Шлепаем по воде. Как хорошо, когда ты уже мокрый, тебе все равно. И идешь себе по воде, по траве. Воздух чистый. Как хорошо. Корабль уже уплыл. Вон он. Какой красивый лист, друзья. Посмотрите, он само совершенство. Какая симметрия, какая красота. Это, я читала, я забыла, то ли ясеневидный тополь, то ли тополевидный ясень. Что-то такое. Или вот что-то одно из этого.
А вот молодые белые лагерстремии. Друзья, прогулялись с нами, с Чендлером, по дождливому бульвару и домой. Готовить завтрак, и день начался. Всем хорошего дня. Пока! Ой, хотел сказать, Олечка, привет! Азик, привет! Доброе утро! Хлебушек приехал, и Олечка? Да. Ура! Завод Чуряи, друзья. Ура! Вот он. Все, пока.